Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам мастер-класс по изготовлению ваз для цветов, которые мы будем делать из подручных материалов. Что для этого нужно? Для этого нужна стеклянная бутылка из-под сока, деревянные шпажки, всего лишь клеевой пистолет, ну и, конечно же, разные украшения. Бусинки, джут, чтобы потом нам вазу задекорировать. Так с чего же мы начнем? Перво-наперво мы сейчас будем нашу вазу обклеивать вот такими вот деревянными шпажками. В этом ничего нет сложного, поэтому я вам сейчас весь процесс работы покажу. Таким образом, мы стеклянную бутылку одели в деревянные шпажки. Ну что, продолжаем дальше работать. То есть мы будем ее оформлять, чтобы ваза уже принимала красивый вид. Я хочу ее задекорировать такой вот джутовой косичкой. Ну что, приступаем.
Вот такая получилась у нас ваза. Очень симпатичная, я думаю. И, казалось бы, из чего? А из подручных материалов. Стеклянная бутылка, шпажки деревянные и, конечно же, ваша фантазия. Так что такую вазу, сделанную своими руками, даже будет с удовольствием кому-то подарить в подарок, да и вас она будет радовать. Так что дерзайте, творите, и у вас все обязательно получится.